Вітаю у студії телеканалу «Одеса Лайв». Сьогодні гостем нашої студії став Сергій Гончарук, засновник Дентал-центру. Я вас вітаю. Здравствуйте. Дуже раді бачити знову. Сьогодні спілкуємося про Дентал-мобіль, про цю яскраву таку послугу в нашому місті. Це така європейська послуга, а також про лікування у вісні. Ну, розпочнемо про Дентал-мобіль. У нас зараз ми переживаємо такі напружені часи, але розумію, що медицина, вона все ж таки у вашій клініці, вона завжди на позитиві. Як переживаєте ось ці часи і наскільки зараз послуги стоматологічні користуються популярністю? Знаете, Кать, я, во-первых, благодарен вам, вашему каналу, за то, что пригласили именно сегодня, в этот день, нас к себе в студию. Благодарен за что и почему? Дело в том, что в это такое смутное, скажем так, время для нашей страны хочется поделиться. Вот давайте вот все телезрители просто отвлечемся от каких-то вот негативных постоянных новостей, и я с вами, как доктор, поделюсь рецептом, по которому я, собственно говоря, живу, и моя семья живем в это нелегкое такое вот смутное время. Ось це дуже важливо почути. Да, вот я хочу, чтобы вы сейчас услышали все телезрители. Я не буду там специально улыбаться или что-то в этом духе. Я просто объясню. Для меня на сегодняшний день люди делятся на две категории. На те, которые работают и выполняют свою работу, находятся на рабочем месте и приносят пользу и себе, и обществу, и государству. И на тех людей, которые как-то паникуют. Я не могу сказать, что они не безосновательно поддаются панике, но все же давайте немножко свои эмоции будем сдерживать. Давайте будем помнить, для чего мы здесь, что мы должны делать, как мы должны развиваться. И в подтверждение своих слов я хочу сказать, как работает наш дентал-центр. Наш дентал-центр, он как работал без выходных. С понедельника по воскресенье, с 9 до 19. И сейчас мы с 1 марта будем заходить с 8 до 20. Значит, так это и будет. Наш дентал-мобиль на сегодняшний момент, как выполнял свои функции дентал-мобиля стоматологической помощи, мобильной стоматологической помощи по городу и области, собственно говоря, так и выполняет. Люди звонят, люди требуют эту помощь, заказывают эту стоматологическую помощь, и мы ее выполняем. Мы — это наша команда, дентал-центр, наши доктора, наши ассистенты, наш весь админкорпус. Мы все на рабочих местах, мы работаем в штатном расписании. Давайте нагадаємо телеглядачам, бо досить довго вже вас чекали у нашій студії, хотіли дізнатися. А скільки взагалі вже у вас функціонує відділень, де можна отримати стоматологічні послуги? Пам'ятаю, що ми анонсували відкриття деяких з них. Скільки наразі вже функціонує, де можна в яких районах завітати? Бо хтось може зараз почує вперше ці адреси. На сьогоднішній день ми працюємо в двох локаціях. Це дентал-центр Дюковська 5 і дентал-центр Гранітна 2 на Таїрова, на Радужному. В качестві анонсу, то, що от анонсувати, я знаю, ви любите новості, і пускай ця новість зараз прозвучить. Значить, в четверг, тобто післязавтра, 24 января, ми відкриваємо официально открываем двери нашего диагностика, это цифровая рентгенология. Я не побоюсь этого слова, которой равных нет на юге Украины, которой равных нет. Ну, это самая передовая цифровая технология, все, что касается вот головы и шеи. Для стоматологов, для лоров, для всех на свете вот докторов, которые работают в этой области. Насколько важлива рентгенология в стоматологических услугах? Знаете, что такое вот для доктора рентген, компьютерная томография – это информация, это возможность поставить диагноз. И для доктора это очень важно, соответственно, и для пациента. Если диагноз поставлен вовремя и, самое главное, точно, правильно, значит и назначение, и лечение, и если надо оперативные вмешательства, будут проводиться точно и правильно. И от того, как будет поставлен точно диагноз, зависит уже качество самого лечения. Соответственно, вся диагностика, мы придаем этому очень большое значение, потому что именно отталкиваясь от диагностики, как от базы, как от информации, которую доктор получает о пациенте, уже строится диагноз,
і ставиться діагноз, і строїться уже самолічення. Я ось згадую, ви розказуєте, згадую, як ви приводили до студії телеканалу «Одеса Лайв» пацієнта, який мав проблему вади зі своєю спиною, да, і він навіть не знав, від чого це відбувається. Наскільки багато таких пацієнтів, які звертаються до вас за допомогою, коли навіть діагностувати це досить складно, а у вашій клініці знаходяться такі спеціалісти, які можуть зрозуміти, що ця причина, що причина основна саме закладається в проблемі лікування, правильного лікування зубів. Ви зараз дуже правильно підмітили, що є у нас в клініці знаходяться такі спеціалісти. Я відповім вам. Діло в тому, що це рідкість. Дуже добре, коли є хороше обладнання. Хорошее диагностическое оборудование, лечебное оборудование. Но очень часто мы, доктора, знаем, что такое сочетанные диагнозы. Мы знаем, что такое синдромы и так дальше. Коли роками ходят пациенты и не могут выявить основную всю причину. Да, и когда вот может проявляться много факторов, и это уже зависит от философии, от опыта, от внимательности, главное, от опыта и знаний доктора, чтобы именно найти, учитывая все множественные факторы, именно сакцентироваться на тех, которые могут являться и являются причиной болезни. Это на самом деле очень сложно. И у нас в дентал-центре есть такие специалисты. У нас мы специализируемся на таких сложных пациентах, когда гнатологические пациенты, общесоматические проблемы передаются на зубочелюстную систему, зубочелюстные аномалии, с которой мы, собственно говоря, и работаем. Мы на сегодняшний день, вы знаете, я горжусь этим, мы ушли от таких, знаете, вот с чем связано, с чем ассоциируется стоматология, ну вот у пересечного пересечного громадянина. Ну с чем? Пломба, коронка, имплант, там, виниры, там, ну что-то такое, да? Тобто вот ви маєте на увазі, що обізнаність у цій сфері, вона досить незначна. Всі думають, що стоматолог – це тот парень, який шльопає пломби, розумієте? І робить це все боляче. Вот. Ми, к счастью, від цього ушли. Спочатку ми стремились до того, щоб це було безболезненно, довговічно, качественно добились. Потім ми вже перейшли на якісь общесоматичні, гнатологічні проблеми. І ми успішно з цим справляємося. Ми вийшли вже на рівень, де мы, понимаете, как наличие нашей работы в виде пломб, коронок, имплантов, виниров, это уже базовое. Это уже другорядно, на это уже не такая. Оно не может быть второстепенным. Но это, скажем так, база. А вот там, где уже формируются высшие знания, где уже ты должен обладать таким тактическим, медицинским умом. Комплексным подходом, конечно, так, до лекувания. Вот мы именно уже работаем вот в такой сфере, и я очень горжусь своим коллективом, что именно у нас есть такие специалисты, которые решают такие многоплановые и разноплановые задачи. Не только у вас, а взагалі в Одессе есть такие специалисты, да, которые могут вырешить у вас такие проблемы. Я вам скажу больше. Вы знаете, я отмечаю, мы все отмечаем в последнее время рост стоматологической помощи, качество стоматологической помощи вообще в Одессе и в Украине в целом значительно улучшается. И это лично меня, как доктора, не может не радовать. Все приємна новина, але дуже цікаво, що, Сергію, у вашій клініці не тільки якість важливий елемент, а й оперативність. Ось про оперативність я хотіла поспілкуватися, про Dental Mobile. Розкажіть нашим телеглядачам, наскільки і як можна скористуватися ось цією крутою послугою, бо я вважаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ще в якійсь стоматологічній клініці можна було отримати так швидко, так якісно послугу, не виходячи з дому. Ви знаєте, наша психологія дуже проста. Здесь не треба мати 7 п'ядей во лбу. Якщо у чоловіка болить зуб, значить, треба йому допомогти вже. Мы могли работать по принципу, мы вас запишем через месяц-три, вы придете. То есть это можно, но это не работа медицинского учреждения. Согласны со мной? Конечно же, да. 100%. Бо людина хоче отримати зараз послугу и позбавитися якихось неприємних відчуттів. Если человек не спал всю ночь, что ты ему будешь рассказывать? Ты придешь через две недели на прием к доктору? Поэтому, во-первых, у нас пациент, когда звонит по острой боли, у нас всегда есть доктор, каждый день дежурный, который принимает пациентов по острой боли. Если человек звонит и не может прийти, значит, он вызывает Dental Mobile. И Dental Mobile сразу выезжает. Я говорю... А як споряджений Dental Mobile всередині? Що там є? Ось яка техніка? Щоб... Спеціальне кресло. Так. Розкладне стоматологічне кресло. Портативна мобільна стоматологічна установка, такий спеціальний стоматологічний модуль,
в который входят все знакомые вам, вот как пациентам, и все нужные и наконечники, и пустыри, и слюноотсос, и пылесос, и ультразвук. В общем, все там есть. Неимоверно. Когда мы приезжаем, кресло раскладывается, пациент укладывается в кресло, вся оборудование просто включается в розетку, и оно уже работает. Там сразу все походное. И весь инструментарий находится в крафт-пакетах. Это специальные такие пакеты, где инструменты, лотки, ну вот эти все стоматологические, скажем так, принадлежности стерильными сохраняются. Ось так. Все, и доктор, и ассистент приступают к стоматологической Сергій, работе. Скажи, ось, чи можна взагалі обрати спеціаліста, який приїде на ось цьому дентомобілі, чи ні? Чи є окремі у тебе нет специалисты? Такого, нет такого понятия «выбрать специалиста» нет. Обычно человек заказывает услугу и приезжают доктора. Вы поймите, что у нас в дентал-центре, это мое такое личное уже видение, доктора и квалификация докторов подобраны таким образом, что вот я, например, вот у меня разболелся зуб. Вот я задал себе вопрос, у меня болит зуб. Я должен сесть к доктору. Так. Так вот не должно быть, я хочу тут к тому попасть, и только к тому или к этому. Тобто ви відходите від цього, навіть постійні клієнти, вони можуть бути впевнені. Я сажусь к любому доктору, и вот у меня такая политика, у нас такая политика, что вот если вот у меня разболелся зуб, я сажусь к любому доктору. Знаете, как в свое время когда-то... Це європейський досвід, я вам скажу. Тому що ну, у нас звикли, ось прийшов на прийом, сподобався лікар, все, ось я буду до нього ходити. Якщо пацієнт, допустим, говорить, я хочу к этому доктору, пожалуйста, ну, ми не запрещаємо. Проблема немає. Звісно, але все починалося з того, з головного, опять же, з основ. Когда в плане стерилизации, вот знаете, вот не должно быть, это лотки для меня, это инструменты для меня, для моей семьи, а это для пациентов. Я не понимаю, пациенты что, не люди или еще что-то? У нас все инструменты, все лотки, все на свете настолько стерильно, что заходит ассистент, берет любой лоток и пользуется им для меня, лично для меня. И поставлена работа так, что вот как будто бы каждый доктор применяет свои навыки и принимает лично меня. То есть без разницы, кто там будет сидеть. Понимаете, в чем дело? А ось щодо лікування у вісні. Ну, да. Я думаю, що частіше цією послугою користуються наші діти, тому що для них похід до стоматолога – це таке явище неприємне. Хоча знаю, що ви проводите дуже часто для дітей дуже багато цікавих таких заходів і проводите їх у неділю. Розкажіть ще наш про кіндер-паті. Це. Хорошо. Кіндер-паті, так. Да. Ну і про лікування у вісні, наскільки Давайте. Це важливо? Давайте почнемо зі второї частини. Так. Наш кіндер-паті ми не відміняємо, що би не случалось, то, що я говорив в початку нашого ефіру. Ми працюємо. І кіндер-паті, і наші дітки приходять, і ми все виконуємо. І для діток, і дітки ставлять пломби, і лекції читаємо родителям. Нічого не міняється, ми працюємо. А що стосується лікування у вісні, значит, две категории пациентов. Конечно, есть категория – это дети и категория – хирургические пациенты с тяжелыми патологиями. Когда операция может длиться 4, 5, 6, 7 часов, и тогда никто не выдержит. Поверьте, сидеть с открытым ртом даже 4 часа человек не сможет. Поэтому такие пациенты идут в наркоз. Что касается нашей анестезиологической службы и использования всех аппаратов наркозных и так дальше, я вам хочу сказать, что мы сильно далеко в этом продвинулись, потому что у нас есть все виды наркозов, абсолютно все. И закись азота, когда ты просто дышишь в маску, и когда в вену тебе колят препарат, и когда тебя интубируют. То есть разные виды анестезии вы Было у нас три бригады анестезиологов, уже четыре. Анестезиологические бригады. Сбившили Мало штат. Того, кстати, тоже анонс для наших телезрителей. Я прихожу к вам все время с новостями. Уже другой. И мне приятно. Знаете, мы столкнулись с тем, что для наших пациентов, если мы хотим быть такой клиентоориентированной клиникой, да, или сетью клиник, мы должны давать сервис. И мы столкнулись с тем, что когда мы назначаем пациента на наркоз, ребенка или взрослого, даем ему специальный список, какие анализы он должен сдать. И человек начинает где-то искать это все, ходить. Мы теперь ввели такую услугу, когда мы даем этот список, и сразу же у нас на месте в дентал-центрах и на Дюковской 5, и на Гранитной 2. Но это очень срочно. Можно сразу сдаются все анализы. Все анализы сразу сдаются у нас на месте, абсолютно все. Человеку никуда не надо бегать, ничего не надо искать, не надо с тем ребенком гонять.
В общем, все делается на месте. Я это анонсирую, я этим горжусь, мы это сделали. Я дуже вражена, дійсно багато послуг. Ну і взагалі, щодо заходів, які ви плануєте провести у майбутньому, вже місяць пройшов з нового року, які плани, поділіться? Слушайте, у нас тут накануні, собственно говоря, ну, в скором будущем Міжнародний женський день. Ну, естественно, пройти мимо 8 марта ми себе не дозволимо ніколи мимо. Це я вам нагадала за кулісами, чи ви Это вообще, я вам говорю, что мы уже над этим работаем. Так. И у нас, конечно, сейчас открытие 24 числа, диагностика на Радужном, на Гранитной 2, всех приглашаю. А в канун 8 марта мы будем проводить, это я вам точно обещаю, какие-то акции, какие-то всевозможные миссии. Вы просто следите за нашими постами, следите за нашими соцсетями, потому что, скажу я вам честно, что мы много в этом плане работаем, у нас работает маркетинговый отдел, наши маркетологи, но я эту информацию получаю чуть-чуть позже, когда мне уже готовят проект, пускай это будет рабочий проект. Вы его або погоджуете, або відхиляєте. Да, мы будем делать вот так или вот так. Но обычно я не соглашаюсь и не отстраняю. Я обычно вношу коррективы, знаете, как руководитель. Я говорю, мне это нравится, но было бы неплохо сделать еще вот так. И тогда я уже слушаю мнение наших маркетологов, которые говорят, что это сейчас в тренде или это сейчас нужно. А здесь, Сергей Владимирович, пожалуйста, не нужно. То есть мы это все обсуждаем. Самая главная цель какая? Самая главная цель – это добиться вот этого сервиса или добиться какого-то праздничного настроения, если это в канун 8 марта, например, праздника. Добиться того, чтобы понравиться людям, чтобы людям было комфортно, чтобы людям было легко. Посмотрите на улицу, мы все ходим, у нас Одесса – город улыбок, у нас скоро весна. А то, что творится в стране и вообще в мире, в Европе, ну, не заставляет нас улыбаться. Так давайте хотя бы каждый из нас на своем рабочем месте просто вот не поддаваться панике, не впадать в депрессии, не волноваться, выполнять свою работу. Постараться сделать так, чтобы кто-то рядом улыбнулся, и уже будет хорошо. И уже, если я заставлю вас улыбнуться, вы меня или еще кого-то, значит, будет уже классно. Мы начнем улыбаться. Наша Одесса всегда славилась очень умными людьми, очень сильными людьми, искренними и улыбчивыми. И это здорово. 100%, Сергію. Ну і для наших телеглядачів ще важлива такий момент – це здоров'я. Не тільки естетика, коли ти посміхаєшся і даруєш цю посмішку іншим, а ще і здоров'я. І дуже важливо мати і слідкувати за своїм здоров'ям, за здоров'ям своїх зубів. Які поради можете дати нашим телеглядачам основні для того, щоб у них виникало менше скарг і менше моментів, коли треба викликати той же дентальмобіль або звертатися вже за екстреною стоматологичную допомогу. Слушайте меня, зрители, внимательно. Очень все просто. Два условия. Первое условие – это два раза в день чистить зубы, невзирая ни на что. А второе условие – найдите, определитесь себе с доктором-стоматологом, которому вы доверяете, и обязательно посещайте стоматолога раз в 6 месяцев. І будет вам счастье, а зубы мы вам сделаем. Дуже дякую тобі, Сергій, спасибо, що завітав до нас. Це був Сергій Гончарук, засновник стоматологічної клініки Dental Center. Ну а далі ми продовжуємо ефір денного лайву.